Всем салют, с вами Вио, и добро пожаловать на новое видео на канале Лавка Сервис, а точнее на новую серию нового проекта «Перекуп машин на Авито». И напоминаю, что в прошлом выпуске мы купили ВАЗ-2114 за 77 тысяч рублей, вложили в него всего лишь 2 тысячи рублей, 1000 на бен закинули, 1000 рублей на разные мелочи, ну и выложили эту машину мы на Авито за 115 тысяч рублей. Да, вы не ослышались. 115 тысяч рублей. Почему же я выложил так дорого эту машину, спросите вы? Да потому что я понимаю, что каждый второй будет перекуп и по-любому будут торговаться, поэтому поставил какую-то максимальную цену, чтобы если что, там, ну, грубо говоря, выложил за 115, чтобы если что, за 95, за 100 быстренько слить. Короче, типа вымышленный ажиотаж вокруг машины, типа машина стоит дорого, значит хорошая. Ну, по крайней мере, я так думал. Фоточки тоже сделал, ну, просто суперски, вот где-то тут, наверное, тоже вам покажу, какие фотографии я сделал. Ну и, в общем, смотрим, как развивается дела дальше. Ну а перед началом этого выпуска всего лишь попрошу вас обязательно подписаться на этот YouTube канал, поставить лайк этому видео, написать комментарий и не забывайте, что у меня есть свой телеграм-канал Лавка Сервис. И кстати, сейчас там проходит розыгрыш на 10 тысяч рублей. И все, что нужно сделать, чтобы участвовать, это просто быть подписанным на мой телеграм-канал. Вот и все, поэтому обязательно подписывайтесь и участвуйте. Всем приятного просмотра. Как не вовремя все, мы уже ее выложили на Авито, уже реально куча покупателей на нее, и она просто перестала заводиться с ключа. Вот она не заводится с ключа. Что делать? Эй, почему не заводится с ключа? Блин, почему так не вовремя? Вот закон подлости, реально, закон подлости. Что делать, блин? Сейчас будем экстренно что-то думать, что-то решать. Но, блин, вообще странно. Вообще странно. Вот даже сейчас звонил человек, что спрашивал? Насчет машины, когда, что за машина? И что ты сказал? Сказал, все хуево, блядь. Короче, вообще жесть. Не знаем, что сейчас делать. Сейчас мастер Александр будет решать. Вызвали скорую помощь. Вот как, погоди, как она вот вчера заводилась, сегодня не заводится, блядь. Вот и вам, и вас, блядь. ВАЗ-2114 заводится с полтычка. Ни бита, ни крашена, ржавчин нету. Подожди. Орки на месте. Колеса родные. Цены покупайте, не пожалеете. Все, мы нашли решение. Закрой, выключи сейчас. Еще раз включи. И до конца держите. Все, пошла жара. Скажу вам по секрету, что как обычно с вас 500 лайков, с меня следующий выпуск. Не очень сейчас ситуация. Приехал вообще с другого конца города, потому что позвонил человек по машине, типа все, готов купить. Уже даже обо всем договорились, в итоге приезжаю на место. И вообще никого нету, и на звонки никто не отвечает. Че думаешь, приедет все-таки кто-нибудь или нет? Или нас шваркнули жестко? Бля, с другого конца города вообще приехал. Еще по телефону мы прям обо всем поговорили. Я даже все нюансы сказал, чтобы точно мне просто так не ехать. И человек, да, все окей. Я говорю, все, через 30 минут буду. И вот сейчас никто трубки не берет. Да, такое тоже бывает. Самый большой минус и дискомфорт этого проекта состоит в том, что у нас у всех, вот у троих, кто занимается этим проектом, есть основная работа. И то есть мы можем показывать машину только вечером, только после работы. Но в основном 99% хотели именно днем посмотреть, что вечером они не могут. Поэтому очень часто мне приходилось там с другого конца города, когда я работал, туда-сюда там, да, по своим перекупским делам ездил, мне приходилось приезжать с другого конца города, показывать машину. В итоге что-то кому-то не нравится, я просто так терял время, но без этого никуда. Только что смотрел машину еще один человек, как я понял, он хотел ее в Армению пригнать. Вот тоже что-то посмотрел, даже торговаться не стал и такой типа, не, там ржавчина, тут ржавчина. Блин, машина 2007 года, понятное дело, что она будет не идеал, да и цена ниже рынка. Рынок сейчас 140, вот 140. Мы выложили за 115, и сейчас вот, кстати, вот вчера, либо позавчера мы понизили цену до 105. Понятное дело, с торгом и так далее, но вот цена в Авито, на Авито 105 тысяч рублей. Не знаю, просто даже торг не предлагал, ничего, типа сразу такое, не буду тогда брать, и все. Вот так вот, не знаю, когда эта малышка уже продастся. Ну и тут начинается самое интересное, рассказываю. В общем, обычный день, я просто подхожу к машине, сначала даже не понял и не увидел, что в нее въехали. Как обычно, что-то смотрю туда-сюда и уже хочу уйти, короче. И просто вижу, понимаю, что что-то не так. И вижу, что поворотник разбит и что очень сильно протерли машину. Я сначала вообще не понимаю, с такими глазищами, я думаю, так, это было или нет? Смотрю на фотографиях, потому что я реально что-то, знаете, такой ступор. Я не понимаю, это было или нет? Смотрю на фотографиях, нет, все четко.
И вот сейчас я понимаю, что вот кто-то протер, кто-то разбил вот этот левый поворотник, получается, и просто уехали с места ДТП. Это жесть. Я только что заметил, что кто-то разбил. Кто-то разбил. Офигеть, вот с этой стороны так же было. Такого не было. Пиздец, просто вот пиздец. Тут другого слова просто не найти. Тут кто-то заехал, что ли? Блин, реально, кто-то заехал. Вот след остался. А как? Где стекло, мне интересно? Вот нет следы стекла. Где следы стекла? Просто жесть. И вот, пожалуйста, что наделали. Ну и понятное дело, что можно было бы пойти в ленту, попросить видео с ДТП, там потом найти, кто это все сделал. Но просто все, я не стал просто запариваться. И мы посовещались все втроем, кто занимается этим проектом. И поняли, что, наверное, нет смысла просто. Да еще наши знакомые сказали, что в ленте нам просто так видео не покажут. То есть нужно вызывать ГИБДД. И, короче, только так нам покажут видео в ленте. Поэтому мы решили не запариваться. И сразу же, блин, короче, пришлось снизить цену со 105, получается. Мы сначала 115 выложили, потом 105. Потом со 105 до 90, короче, мы снизили цену. Да, конечно, обидно. Конечно, я не знаю, блин, надо было, может быть, довести это дело до конца. Найти, кто это сделал. Но, мне кажется, блин, мы больше потеряли, чем бы получили. В общем, прикол, звонит мне друг. И говорит, что ему звонят уже 4 человека и говорят, что не могут найти машину на парковке. Она у нас стоит на парковке у ленты, и они не могут ее найти. И друг достал мне, звонит там в панике, что ой, там едь, посмотри, блин, ее угнали туда-сюда. И вот сейчас поедем, посмотрим, будет реально не смешно, если ее там нет. Подъезжаем к парковке, сейчас будем смотреть. Стоит родненькая, стоит, ожидается. Но, блин, вот это, конечно, это просто жесть. Вчера я вам показывал видео, вот сегодня тоже. Ой, блин, как так вот, как так можно? Даже стекло убрали, то есть никаких следов стекла нету. Ой. Сказать вам честно, вот не то, что в панике, но доля маленькая-маленькая, вот страха была, что ее реально угнали. Ну, потому что, блин, все-таки ее можно завести, блин, с отвертки. Конечно, блин, паришься, что каждый человек, который ее смотрит, потом ночью возьмет ее и угонит. Блин, мне кажется, надо ее отсюда уже убрать. Либо, наоборот, чуть ближе к входу. Блин, да, надо ее чуть ближе к входу, к ленте. Чуть ближе, чтобы вообще было максимально безопасно. Так, еще один посмотрел, но не купил. Да, опять да. Слились, но ничего, ждем своего покупателя. Жесть, сейчас еще один час потратили, показывали точку. Вот все окей, все договорились уже там на 82 тысячи рублей. Думали, ладно, пофиг, на 2 тысячи будем в плюсе, зато опыт. В итоге что-то, блин, в итоге начали вообще, знаете, прям жестко торговаться, типа 75, потом 70. Мы сразу все, давайте, до свидания, короче. Ну, изначально час, блин, вообще, знаете, все нормально, так все. Вообще жесть. Ну, сейчас вроде должен прийти еще один человек. Ну и вот вам результат того, что на ней месяц вообще никто не ездил, она просто не хочет заводиться, вот просто никак не хочет заводиться. И в итоге пришлось покупать новый аккумулятор, потому что старый, даже мы, короче, прикуривали, он все равно не хочет заводиться, но машина все равно не хочет заводиться. Грустные новости, но это жизнь. АКБ сдох. Короче, пацаны, я уже не знаю, реально, она уже висит, сколько, 27 или 28 дней на Авито. Просто желающих миллиард, там больше 10 тысяч просмотров на ней. Очень много звонят, пишут каждый день. Но она просто не продается. Я вот честно вам говорю, готов уже с ней расстаться за 70 даже. Сейчас, погоди, засниму. Даже за 70 готов с ней расстаться. Типа, ладно, минус десятка, зато будет опыт. Но просто никто не хочет. Вообще непонятно, блин. Просто непонятно. В чем проблема, брат? Почему не продается? Вот еще правда, и аккум, походу, сел, потому что она стояла у нас месяц, блин. Она, блин, продали, как будто новый. Еще и продали, как будто новый, блядь. Ну, обидно, ну ничего, опыт купили, блядь, да уж.
Ну ладно, обидно, досадно, но ладно. Опять позвонили по поводу машины. Надеюсь, это уже окончательный раз, когда я показываю ее покупателям. И надеюсь, что они ее все-таки купят. Поэтому let's go. Реально, очень надеюсь, что все-таки уже продам ее. Все, короче, максимально странно. Теперь он вообще не заводится. Там жик-жик-жик-жик-жик и все. Вообще не хочет заводиться. Я даже не знаю же, что с этой машиной делать. Вот вам и новый проект. Вот вам и новая сфера деятельности. Я уже не знаю, что делать реально. Я уже готов и за 70 отдать его. За 65 заберите его, пожалуйста, эту машину. Не знаю, что делать реально. Не знаю, ладно, не отчаиваемся, двигаемся дальше. Короче, после всех этих неудачных попыток ее продать, просто реально задолбался по 100 раз в день приезжать к машине, показывать людям, и людям опять что-то не нравится, этому не нравится, что с ключа не заводится, этому не нравится, что ржавчина, этому не нравится, что она, блин, ее надо прикуривать, а что там аккумулятор сдох, все, я уже взбесился реально, ну, я вот так на эмоциях, но потому что реально я вспоминаю вот эти все чувства, когда ты по 100 раз в день показываешь машину, и все, знаете, такие, ну, типа, короче, все, я решил для себя, что вот в тот день, когда мы пришли по последний раз достанем с другом, что все, в этот день мы ее сделаем, вот отнесем куда-то в сервис, неважно, сколько это будет стоить, но мы сделаем, чтобы она заводилась ключа, мы купим аккумулятор новый, чтобы нормально все было, купим масло, то есть мы купили даже масло, поменяли там, потому что там было масло, залили бензина, короче, доведем машину до ума, чтобы продать, даже если уже в минус, но продать быстрее уже. Короче, достан злой, блядь, что мы опаздываем еще на встречу сейчас, но короче, мы купили новый аккумулятор, потому что задолбались, что он не хочет заводиться, этот сел вообще в нулину, купили в ленте за 4 490, не знаю, плохой, хороший, не знаю, короче, сейчас попробуем поставить и завести, потому что это уже трэш. Я сегодня тоже сказал себе, что вот все, я пойду в сервис и сделаю, чтобы она заводилась нормально с ключа, потому что у меня уже бомбит, что каждый человек приходит, так, не заводится, не заводится, и все, и начинает ныть. Поэтому сделаем сегодня, короче, ее доведем до ума, правильно? Все, слава богу, короче, она завелась прям сразу же. Я забыл, конечно, вам снять. Она прям сразу нормально с полтычка, как говорится, завелась. Все окей, значит, все-таки проблема была в аккумуляторе. Сейчас пойдем в сервис и будем делать этот, чтобы она заводилась ключа. Купили масло, потому что там вообще ни хрена не было за 499 рублей. Смотри, что он делает, блядь, я сейчас захейтят все в комментариях. Короче, вот сейчас наливаем на масло, еще надо обязательно залить бензина, потому что там ни хрена нет бензина. Короче, все, приступаем, блядь, жестко заниматься, потому что я задолбался реально просто так. Вот это все время терять, постоянно людям показывать. Сейчас доведем дело до ума и потом уже будем спокойно продавать ее. Почему так быстро деньги улетают? 400, 440, 450. Давай, чуть-чуть. Еще, все, еще. Все. А-а-а, бля, 4 копейки не вошли в бюджет. Я скажу там на кассе, что у меня только пятихатка. Вот она, питерская романтика. Центр. Пацаны, я вам говорю, просто рабочая бизнес-система, бизнес-схема, блядь, просто берите на заметку. Автосервис 24 часа, нигде нету в Питере. Мы сколько мы, блядь, позвонили? Реально, мастерские, сколько, 20 шиномонтажей, блядь, автосервисов, короче, позвонили. Ну, минимум, все, которые ездят в СПБ 24, мы всем позвонили. Никто вообще не работает. Либо вот так отвечают, работайте, нет. Сами кладу трубку даже, блядь. Это просто жесть, реально, меня так бомбит, потому что я хотел довести уже до ума вот эту машину. И понятное дело, что это моя проблема, но зачем, типа, писать 24 часа круглосуточно? Не 24 часа, ладно, но круглосуточно писать, и в итоге нихера не круглосуточно. Бля, у меня бомбит. Короче, сейчас, ладно, нашли автосервис, сейчас пойдем туда, вроде бы договорились, что они еще там. Бля, у меня так бомбит, реально. Открывайте, пацаны, автосервис 24, потому что их в Питере просто нет, и зарабатывайте миллиарды. В чем проблема? Скажи, пожалуйста. В общем, все, оставили мы машину в автосервисе, сказали, завтра посмотрят.
Короче, все, я супер рад. Сказали, там до 5 выйдет. Если до 5, то нормально, ладно уже. В принципе, уже пофиг. Главное, чтобы она заводилась, и мы ее продадим. Потому что всех в основном отталкивает то, что она не заводится. Надеюсь, она заведется, и все будет окей. Ну и в общем как-то так. Купили мы аккумулятор новый за 4500 рублей в ленте. Купили мы масло в ленте за 500 рублей ровных, кстати, 499 рублей. Отвезли машину в сервис, сделали так, чтобы она заводилась ключа, и потратили на это 5400 рублей. Хотя нам сказали, что до 5000 выйдет это все. Но да ладно, 400 рублей, ну так уж и быть, зато быстрее сделали. Ну и забыл сказать очень важную информацию, что к этому всему времени уже закончился срок размещения на Авито. И нужно было уже выкладывать повторное объявление. Как что будто это? Двигатель еще поменяли, не? Брат, он, ну вот тут сделал, как бы протер, короче, покрасил. Вот тут тоже покрасил, тут тоже как бы сделал что-то. Вот эту часть покрасил, помнишь, ржавшина была, как бы почистил, покрасил. Вот бампер, кстати, вот покрасил, вот ничего не видно, все нормально, все четко. Вот. Ну вот, вот эту часть надо покрасить, сделать все нахуй, блядь, пиздец. Вот. И вот тут, помнишь, как бы вот, зазоров не было, как бы. Ну, сделал зазоры такие. И покрасил, брат. Ну такая, движ. И вот в один прекрасный день нежданно-негаданно звонит мне друг Достан, с кем мы и занимались машиной, и говорит, что его друг хочет купить эту машину за 77 тысяч рублей. Конечно же, сначала я такой, да блин, мы потратили на эту машину 92 тысячи рублей, то есть мы уже потратили на эту машину 92 тысячи рублей. Но сливать ее за 77 после того, как мы сделали, чтобы она заводилась ключа, новый аккумулятор поставили, ну честно, не хотелось. Потом я понимаю, что, блин, нужно опять выкладывать объявление на Авито, это опять денежка, нужно опять показывать людям машину, нужно тратить свое время, это тоже деньги. Ну, в общем, сначала я сразу же отказался, такой, не-не-не, не буду. Ну, и вот на следующий день я уже подумал и говорю Достану, что, блин, ладно, созвонись со своим другом, если все актуально, то давай все-таки продадим ее за 77, что делать? Да, возможно, мы бы ее продали и за 100, и за 95, либо за 90, но честно, вот честно вам скажу, просто, наверное, хотелось бы уже двигаться дальше. То есть, ладно, все, попробовали, поняли, что ВАЗ-2714 нужно смотреть внимательнее, что это все-таки наш косяк, вот много не доглядели всяких нюансов. Ну и вот сами за это и расплатились. Вот вам и новый проект. С первой же машины я в минусе на 15 тысяч рублей. 15 тысяч рублей. Но мы не огорчаемся вообще ни на капельку. Ну как, конечно же, я сначала грустнул, но потом думаю, ладно, двигаемся дальше. Ничего страшного, такое бывает. Обязательно, кстати, напишите в комментариях, это большая потеря именно в сфере перекупства машин или это более-менее нормально. Поэтому, как и говорил, ладно, не вешаем нос, двигаемся дальше. В общем, с вас обязательно лайк, подписка, комментарий. И в следующем выпуске мы уже будем искать новую машину, тоже где-то в пределах 100 тысяч рублей. Ну и надеюсь, что на ней хотя бы получится заработать. А с вами был Вио, всем пока!